Находимся в городе Тобольске. Ночевали в местной семинарии. Сейчас вот выехали, решили сфотографироваться. Иначе ночь попросил возле этой статуи. Вот наш брат-шофер Николай Ключина. Да, я ты попал, давай. Я тебя сразу ждал. Я сейчас сяду в карету. Сергей, иди сюда. Ну ладно, держи. Ой. О, я сюда. Кучер. Фотографируй, пока он ваш. Забой ты фотоаппарат, ты чахни, блин. Вообще, чё уж так? Давай, брат. Еще надо так сфотографироваться, а около коней станем, пойдем. Ну давайте на ваш-то, на ваш. А? На ваш. Буду говорить как бы. Может, опущено, видишь как. Ну все. А вот туда, на фоне. Пока спасибо. И чтобы попал туда вот этот Нижний город, сейчас Нижний город. Настоящий кофе. Пара лошадей. Вот надо это сделать, отлично. Это представь, какая трудность была. Уходим.